передаче большой очерк об Артуре. Там все было подробно рассказано о его доме, о семье, о том, как он шел вот к этим титулам. И надеемся, что он нас не разочарует. Я просто в этом уверен. Да, я думаю, что он не разочарует. Нам нужен нокаут. Как? А вы хотите еще одну досрочную Конечно. Победу в его исполнении? Конечно. Он нас приучил уже к нокаутам, к досрочным победам, поэтому да. Однозначно бой будет интересный и яркий. Но это его стиль. Да. Он очень мощный, играет. Как пресс. Он выходит в ринг для того, чтобы победить сильнейшими ударами. Вот уже первый нокдаун. Ну что? Не закончена еще первая минута, что это, а судья отсчитывает. Самый ударный боксер на территории Европы точно. Панчер. Ну, я говорю про любительских боксеров. Про боксеров-любителей. А представляете, если он уйдет в профессионалы, ну, я думаю, что все-таки мне хочется, вернее, чтобы он добоксировал до Лондонской Олимпиады, выиграл там золотую медаль, чтобы были все медали, поскольку в Пекине ему немножко не повезло, но чтобы были все медали в его копилке. А потом он может уходить, он молодой еще совершенно человек. Ох, какая атака, а что творит да. Артур? Красавец. Мне сейчас так жалко его соперника. Стоп, снова нокдаун. Ну, сейчас-то зря судья остановил бой. Ну, раз боксер не, сам боксер не против, значит, на самом деле, он его, возможно, спас. Все, бой остановлен. Явное преимущество. Явным преимуществом да. Победа отдана Артуру Бетербиеву. Браво. Вот так ярко он прошел этот турнир. Все победы досрочные, а? Нет, в первом бою он только так немножко повозился, выиграл со счетом 15-4, а потом все соперники не доживали, если можно так сказать, до конца поединка. Доволен. Ну что же, середина первого раунда. Доволен Артур, еще бы не быть довольным такой победе. 5-0, и бой остановлен ввиду явного преимущества. Ввиду явного преимущества одержал и стал чемпионом Европы 2010. Я представляю, как сейчас радуется его брат Абакар Бетербиев, как радуется дома. Тем более, что Абакар является одним из его тренеров наряду с Нурпашой Талибовым. Что сейчас творится дома у Артура в Чечне, как в этой республике бокс, так же, как и в Дагестане, в Ингушетии, очень и очень популярен. Какой его ждет там прием? Да. Такой яркий побед. Браво, Артур. Великолепный бой, великолепная победа. Самая быстрая победа сегодняшняя. И, пожалуй, пока самая яркая. Да, вот мы порадовались, а Чеботарева. Да, Чеботарев нас прям так подогрел, ну а вывел на такой а Бетербиев, да. Бетербиев вообще забросил куда-то в космос. Здорово, здорово. После одного боя, который нам понравился, следующий бой, который нравится еще больше.